Я тебе серьезно. Танки, вот танки, вот сворачивает на парковую. Украинский флаг на танке. Вот это они и стреляли, походу. Ой, еще третий. Ой, это Краматорск. 3 мая, охренеть можно. Цинизму сепаратистов нет предела. Вчера в очередной раз они показали кощунство своих действий под прикрытием мирных жителей, выставив вперед детей, стариков, просто мирных людей. Пытались вытеснить блокпост, вели серьезное давление на военнослужащих, которые там находились. Там находились военнослужащие вооруженных сил и Национальной гвардии. И во время ведения переговорного процесса у недопущения конфликта ими было применено огнестрельное оружие из-за спин гражданских людей. К сожалению, в ходе перестрелки погибли 2 военнослужащих вооруженных сил и 12 человек получили ранения. После этого, после перегруппировки, военнослужащие вооруженных сил и Национальной гвардии удержали ситуацию, удержали блокпост, и после этого уже они получили задачу, к ним пришло на помощь резервное подразделение, была захвачена высота и взят под контроль телецентр города Краматорск. Взрываются покрышки. Древний.
военных идет. Закорочена вылетает.